Душанбе стал похож на огромный красочный ковер. В городе высадили десятки миллионов цветов. Многие из них уже расцвели. Подробнее Карина Нарзеркулова. Космос, доброе утро, примроусы, красавица Москвы. Сиреневая роща ботанического сада Душанбе насчитывает более 200 кустов разных сортов. От белых до бледно-розовых, лиловых и ярко-коралловых цветов. Весна в этом году ранее, поэтому сиренгарий расцвел раньше обычного. В этом году мы уход за сиренгарием начали с ранней осени. И до сегодняшнего дня продолжаем облагораживать свой сиренгарий, чтобы кусты сирени показывали свою красоту и украшали наш ботанический сад. Ароматные цветы сирени будут радовать горожан до начала мая, а вот сезон тюльпанов подходит к концу. На замену ковру и цветущих бутонов в парниках уже готовят сальвии, петунии, тагицы и собачки. Эти цветы более адаптированы к местному климату. Здесь у нас высажены семена. Мы их поливаем, ухаживаем за корневой системой, подкармливаем удобрениями. Через 2 недели они будут готовы к посадке. Будем составлять из них композиции. Творения ландшафтных дизайнеров удивляют жителей и гостей столицы. Студентка Мехриница Мурадова приехала из района Рудаки. Теперь ее любимое место для прогулок – аллея декоративных магнолий и вечно зеленых кустарников Фатине в парке Кира Великого. В это время года парк очень красивый. Я люблю. Я люблю, когда в свободное время приходить и сюда смотреть на цветы. Сейчас цветы очень красивые. Это время года самый мой любимый. Весной озеленители разбивают цветочные клумбы у тротуаров на площадях во всех районах столицы. В советское время Душанбе называли город-сад. Сейчас это звание возвращается. Карина Нарзекулова, Парвиз Манонов, Мир 24.